Кафе «Бар Колос» – чи не найстаріший заклад Павлограду. Знаходиться в самісінькому центрі, поруч з кафе, ринок і приміський вокзал. Тож відвідувачів тут ніколи не бракує. А от чим годують і як обслуговують у «Колосі» – перевірить команда ревізора. Пошли. І хутко на кухню. Здравствуйте, я Николай Тищенко, программа «Ревизор». Мы к вам в гости, будем вас проверять. Добрый ранок. Куди ж ви всі? Подождите, куда вы убежали? Кухарі втекли від Тищенка, як миші від кота. Що ж, впораємось самі. Так, інструмент. Вдягаємося і до роботи. Общее впечатление. Я даже не могу передать этот запах. Горелого масла, ощущение, как будто это масло висит в воздухе, и мы заходим в масловое облако. Хочется закрыться и дышать через респиратор. Тоді одразу подивимось на витяжку. Это жир, который просто висит сталактитами. Никто мне не скажет, что это рабочее место когда-то убиралось. Цей вхід до пекла зроду миття не бачив. Жир уже превратился в смолу. Гедотний бурштин. Тут явно в течение года никто ничего не делал. Я такого давно уже не видел. Страшний сон Миколи Тищенка. Так, первое впечатление от плиты. Сама рабочая поверхность находится, мягко говоря, в плачевном состоянии, потому что годами оставалась пища, еда превращалась в отходы, и эти отходы сегодня превратились в уголь. І решітки роками добряче не драїли. В этой кастрюльке алюмінієвого цвіту є картофель, він вариться. А тим часом одна з кухарів повернулася. Цікаво стало. А можна мені вілочку попросити? Вілочку, конечно. Вілочку, пожалуйста. Смотрите, яка красавица. Посмотрите, посмотрите, наскільки... Это же душа этой кухні. А, як вас зовут? Алена. Я аж зашарілася. Аленушка, дайте мені вілку. Хорошо, сейчас. І вже ніхто нікуди не тікає. Отлично. Брудка Оленка. Смотрите, нічого не докладував. Я видел, що не докладували. Все слышали? Чистоту експерименту підтверджено. Ба-ба-ба-бам. Картофель не дочищен. Що це там? Поруч якраз картопельку чистять. Скажіть, будь ласка. Вот я только что нашел в уже готовом виде картофель не очищенный. Нам повезло. Та нам завжди щастить. Нам повезло. Его есть нельзя, я его выбрасываю. А скільки ще такої везучої недочищеної картоплі у кастрюлі, невідомо. Так, идемте дальше. Идемте дальше по процессу. Это что у нас? Я даже не нахожусь ответить, что это у нас. За свою кар'єру Тищенко такого раритету не бачу. Это... Какая-то машина из прошлого. Тут есть какие-то приборы. Ага, смотрите. Входит, выходит. И входит. Замечательно выходит. Я так понимаю, что это жаровня какого-то непонятного года производства. Прибор допотопный. Такой прибор не должен находиться на современной рабочей кухне. Може, його як музейний експонат зберігають? Гаряче. Недавно працювала. Ну от, то масло, на котором жарили что-то недавно на этой рабочей поверхности. Запах от него жженого, горелого масла. І рештки відпрацьованої олії красномовні. Чисто тобі нафта. Ну що, тепер посмотрим, як храняться продукти. Йдемте. Так. Я вижу, что только что кто-то готовил фарш. В цьому антикваріаті? Послушайте, я просто в шоке. Я даже не думал, что еще бывают такие старые мясорубки. Эти мясорубки должны быть в музее. Ще один раритет. Давайте посмотрим, что у нас с чистотой мясорубки. Чистые руки. Вони нічого не крали. І ще м'ясорубки поки не торкалися. Ну от на такій м'ясорубці сьогодні в кафе «Колос» готують котлети. І ржаві, і брудні. Смачного. А-а-а!
На кухні Колосу Тищенка переслідують жахіття. Как такое может быть? Ну, друзья мои, ну это же просто ужас. Это просто беспредел. Правильно приготовленный фарш, и вот на такой грязной, с мусорника, поверхности. Котлеток с плесневой и брудом не бажаете? Как можно так не любить своих клиентов? Пристойных слів забракло. Я расстроен. А попереду ще холодильники. Очень грязная поверхность холодильника. Такое ощущение, что вообще никогда никто ничего не моет. Это связано с тем, что очень плохая вытяжка. И жир, он просто витает в воздухе. Та осідає на усі поверхні і продукти. О чистоте говорить не приходится, потому что здесь есть следы от мух, жучков. Характерное испражнение насекомых. Вот обратите внимание, этот холодильник когда-то был белым, посмотрите на него сейчас. Он стал загорелым от грязи. А что с продуктами? Здесь у нас тушеная капусточка уже обветрилась. Бо не накрыта. Хранится она рядом вот с такими сосисками. Срок годности до 23.04. Тут еще есть одна упаковка сосисок. Так, у нее срок годности тоже до 23.04. Сегодня у нас 22. Остался еще один день. Завтра эти сосиски нужно выбрасывать. Рис обветрился. Все, что здесь вы видите, хранится неправильно. Нет герметических емкостей. Все находится в соседстве с хлебом. С товарным соседством беда. Вот по капусточке. Теж відкрита. Обветрилась. Характерный, ярко выраженный, горьковато-кислый запах. Та й на вигляд вже зіпсована. Не просто капусточка, а уже с лучком. Видимо, это был салатик, я предполагаю. Его потом собрали со стола. На чорний день? Этого здесь быть не должно. Но, во всяком случае, хранить это точно не надо, это нужно выбросить. Не холодильник, а смітник. Блин, это грибок. Этот холодильник нужно выбросить вместе с содержимым. Бо ці гриби всі продукти зіпсували. Кафе «Колос», куда вы смотрите? Так, второе отделение. Теж не краще. Все на купу і все відкрите. Боже, какая вонь, ужас. Ну я не могу открывать, я не могу работать в таких условиях. Ну ребята, ну блин, ну так нельзя же. Ну это же невозможно, такое ощущение, что там кто-то сдох. І капусточка, і салатики тут вже не пішчики. Внимание, я нашел ведро. Вот это картофель, о котором мы говорили. Ба-ба-ба-бам. Картофель недочищен. Ведро имеет вот такой вот налет грязи. Гидко. А нам перчаток вообще хватит на эту кухню? Мы запасливі. Друшлачок. Вы посмотрите, друзья. Що це за ткацтво? Тут образовалось отверстие в металле. И это отверстие починили вот с помощью вот таких вот ниточек. Ты хочешь сказать, что его просто зашили нитками? Да, его просто зашили с помощью лошадиного хвоста. Вот так вот. Что цей мотлох взагалі робить на кухні? Йому ж місце на помийці. Повернемося до ревізії. Вот какая грязь в кафе «Колос». В холодильнике, где должна храниться свежая продукция. И она попадет в ваши желудки. Ваши желудки. А потом задают вопрос, а почему я отравился? Вот почему. Что дали? Так, а это что? Ой, рыбку нашел. Рыба-ниш. Поплыла. Боже, что же с ней? Засмальцована. Это грязь на рабочем ноже. И потом это все вместе с мусором и грязью вы увидите у себя в салате. Тищенко на грани зриву. Это потолок на кухне. Геть покоцаний. Я хочу достать до потолка. Та оглянути его детальніше. Ти впадеш. Бо ж табурет на ладан дихає. Не упаду. Держи меня. Держи. Відчай духа. Я хочу показать, что здесь уже отслаивается шпаклевка. И это над рабочим процессом. Смотрите. Цим у Колосі страви приправляють. Ну что, все и так, по-моему, ясно. На этой кухне очень давно не делался ремонт.
Идемте дальше. Квест продолжается. Знаете, что передо мной? Передо мной мойка. Идемте на мойку. Здесь посуду моют ванны. Тарелкам заплыв влаштовывает. С помощью вот такого крана. Носик шатается, кран. Очень грязно. Это там, где мойка. Бредота. Ванна имеет коричневый налет. Я одеваю чистую перчатку, проверим, может быть, мне показалось. Мне не показалось. Эта мойка очень грязная. И сама добрячого мытья потребуя. Здесь опять этот картофель. Тотальное дежавю. Кафе «Колос», он преследовал меня, он мне говорил, я тебя съем. Нервы Миколи остаточно сдали. Ты не съешь меня. Але доконає. Здесь я вижу рыбку, еще не разделана. Это у нас карпик. Здравствуйте. Спасибо ревизору, что вы приехали к нам с проверкой. Выражаю вам глубокую благодарность от всего коллектива кафе «Колос». И вид врятованной ежи теж. Капли жира уже обильно пятнами, как гроздья насекомых, захватили эту мойку, где все должно быть идеально. И мойка должна быть чисто белого цвета. В данном случае все зеленое, грязное. Ой! До нас кто сиде? Что это у вас? Это остатки. Остатки чего? Ну, здесь была рыба, здесь были окорочка. А куда вы это относите? Ну, выливают. А почему поставили сейчас на рабочий стол? А куда? У меня нету никого, кому отдать. Вы же напугали, как, все как разбежались. Ага ж, щойно мы на кухню зайшли. Здравствуйте. Подождите, куда вы убежали? Как вас зовут? Оля. Оленька. А меня Николай зовут. Очень приятно. Привет. Кем вы работаете? На раздаче. Как вы давно работаете в кафе? 7 лет в этом именно. Довольно-таки известное кафе в городе, да? Да, а ему 30 с чем-то лет. Поважный век. А эта сковородочка тоже 30 лет ей? Ну, наверное, если не больше. Выглядая на свой век. А она выглядит очень как-то так разрушенной, даже немножко сломанной ручкой. А вы... Да вы еще не бачили раздачу. Щось еще гирше? У нас раздача тоже, наверное, с Радянского Союза. А мы еще ее проверим. Та просто зараз и подивимось. Так, это раздача кафе «Колос». Скажите, а это у вас на кирпичиках что стоит? Вода греется. То вы так ежу подогреваете? Чугунная плита. Приспособили кирпичи, при этом они засаленные и обгоревшие. Радует, что они термостойкие. Вот, сверху на эти кирпичи выложили... Это что? Металлическая пластина. Самобуд, да? И на этом самобуде у «Колосе» ежу подогревают. Ну, это никак не относится к оборудованию кухонного, никак, правда? Конечно. Таке кухонное ноу-хау Тищенко навіть уявити не міг. Скажите, а чому кришек немає? Ні на чому. Люди заходять, дивляться, окуляри можуть впасти, пил може впасти, пір'я. І все це опиниться у їжі гостя. Кришки должны быть. Обов'язково. Это что, ножи, да? Да. А что они здесь делают? Это нож для хлеба. А где вы его нарезаете? А вот. Хлеб свежий? Да. Можно попробовать? Да. Насколько я понимаю, ножи не очень острые, да? Ну, они острые. Ну вот смотрите, нож не острый. Нарезать таким свежий хлеб важко. А знаете, как нужно? Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы нарезать хлеб, ножи должны быть идеально острые, как мечи у самураев. Сейчас я вам покажу. Можно я возьму новый? Да, пожалуйста. Спасибо. Я беру кусочек прямо только что приготовленного душистого свежего хлеба и показываю, как нужно резать. Видите? Надрез ровный. И без крыт. В чем проблема? Неострый нож рвет хлеб. И хлеб вот этот, конечно, начинает крошиться. И гостю достанется обскубанный шматочек. Так, ну что, попробуем что-нибудь? Угостите нас вкусненьким чем-нибудь. Вы распугали мне поворот. Они сами распугались. Есть какое-то меню? Ага. Крупным почерком, каллиграфическим написаны названия блюд.
Итак, салат из свежей капусты 6 гривен, гарниры. Каша гречневая 10 гривен, рыба жареная с луком 15 гривен, хлеб домашний 15 гривен, чай с сахаром 4 гривны. Я вам скажу, цены довольно-таки демократичные. Тому и гостей у кафе чимало. Роздивимося залу. Пойдемте посмотрим, насколько качественно и чисто содержатся столы в этом кафе. Подивимось перший вільний столик. Скатерть вся в крошках. Видимо, только что кто-то здесь кушал, но еще не убрали. А під скатертиною? Скатерть прилипает к столу. Бобруднюща зсередини. Видимо, эта клеенка лежит здесь уже с начала открытия кафе, потому что она вся в пятнах. И засалена вщент. Скажите, будь ласка, а как часто вы меняете клеенки? Вообще, раз в неделю их не замачиваю. Правда? Невже за тиждень її так засмальцювали? Нужно вибрасувати, що вона відслужила срок годності. А їсти на такій огидно. Фу. Після цієї скатерті я хочу вимити руки. А де санузел? Хто-небудь знає? Ну, взагалі за дверю слева. Санузел за дверю слева. Йдемте. Скрип двері. Як ножем по серцю. Двери закрыты. Зсередини? Судя по лампочке, которая горит в этом помещении, и по трубе водопроводной, я думаю, что все-таки это туалет. Почему он закрыт, я не знаю. Кто-то закрылся и не хочет открывать. Тогда мы постучим. Это дирекция? Жартуємо? Товарищ директор, откройте. Не хоче. Зачем? Олена поспішає на допомогу. Вот і знайшовся ключ. То весь цей час туалет був просто зачинений? Альона, ой. Альонушка принесла ключ, открыла дверь. Краще б ви цього не робили, Оленко. Отсюда разит. Такая вонючка. Такая вонючка. Это нельзя назвать туалетом. Мы идем в парашу. За мной. Відчай духе. Осторожно. Лужа воняет мочой, фекалиями, нечистотами, перемешанные с запахом хворки и режет глаза. Але подивитись доведеться. Ну что, соберемся и внутрь. Ужасная вонь режет глаза. Туалетная бумага коричневого цвета. Та греть з тим папером. Здесь какие-то остатки каких-то тампонов. Бумага. Кусочки, оставшиеся от людей, которые приходили и пытались что-то вытирать. Что вытирать? Что вытирать? Что-то вытирать. Жопу вытирать. Остались кусочки теперь этой бумаги серого цвета, потому что я тут ни х**а не вижу. Тут вообще лампочка 30 ватт. Кто вообще эту лампочку сюда поставил? Вообще вода течет, все в грязи. Что это такое? Это ёршик. Фу! Это же... Посмотрите, здесь вообще никто ничего не вымывал. И здається за всю историю колоса. Странный фиолетовый цвет. Откуда он здесь взялся? Кто этот дизайнер? Кто этот монстр дизайнерских подходов? Это же надо было взять фиолетовую краску, забамбурить ее в туалете. Полтора на два? Чтобы что же, человек тут сошел с ума? Від бруду і смороду? Точно. Почему никто не выбрасывает салфетки? Откуда эта пачка сигарет? Вы что, не можете подмести? Возьмите веник, подметите. Вы же за это деньги получаете, зарплату. Вот, сюда должен приходить уборщик и убирать, и вести учет уборки. Мрії, мрії. Это кафе, и здесь кушают люди. Они кушают. И они хотят получать качество. Пожалуйста, не злите меня. Фу, какая вонь. Может, хоть руки вдастся помыть? Полотенцедержатель в исправном состоянии, но полотенец нет.
кран, кусок шланга здесь. Наладан дыхая. Дело в том, что диаметр шланга не подходил к этому крану, его просто порвали. Я его ставлю назад, чтобы не обвинили меня в том, что я ломаю их дизайнерские решения. А дизайн дачный. Умывальник голубого цвета с грибком внутри. Вот этот грибок. После туалета чомусь уже не дивує. Сейчас проверим на чистоту саму раковину. Тоже грязная. На умывальнике лежит мыло, два кусочка. Эврика. Один кусочек новый, розового цвета. А вот этот отмылок, он какого-то неприглядного сероватого цвета. Та его взагалі гидко до рук брати. Мыльница при этом тоже грязная и выглядит непрезентабельно. Але тут це найменше із зол. Горячей воды нет. Обжигающая холодная вода. Мне приходится этой водой мыть руки. Вот обратите внимание, как они покраснели от холода. Але ж выбору немає. Все, идемте отсюда быстрее. Какая вонь. Після усіх пригод будемо насолоджуватись їжею? Я гость, первый раз у вас в кафе. Что бы вы мне посоветовали? Ну давайте. Так, давайте борщ. Я хочу все здесь перепробовать. Так, что здесь? Тефтели. Поднимите их сюда поближе. Тефтелечки у нас с рисом, насколько рис, я свинина. Понимаю. Выглядают смачно. Дадите мне попробовать порцию? Конечно. Да? 18.50. 18.50. Так, приборы. То есть гость должен подойти и сам взять приборы, правильно? Да. Хорошо. Самообслуговування. Ножей нет? Нож попробуй. Тобто не для всех. Я попросил, и нож мне сейчас приносят специально. Почему так делают? Ведь нужно кушать ножом и вилкой. У нас редко это кушают. А вы должны приучать. Вы кафе, вы приучаете к культуре питания. Вы понимаете, вы же не можете идти на поводу у тех людей, которые не кушают ножом и вилкой. Вот я, например, кушаю. Тому все приборы мають быть в наявности. Так, нож у меня есть. Но чистота. Як думаєте, чисті? Думаєте, ні? Самокритично. Чисто, но не ідеально. Так що, чисто? Альона? Не ідеально. Да, ви праві. Не ідеально. Да, не ідеально, но чисто. Друзі, новий термін. Не ідеально, но чисто. Тільки в кафе «Колос» в місті Павлоград. Ми справимося, все зробимо. Будемо вірити. Так, ну что, пошли кушать. Приятного вам. Вы можете кухаря покликать, чтобы мы с ним постелковались? И разом продегустуем. Присаживайтесь. Почнем с борщу. Ну что, ярко выраженный вкус капусты. Я не чувствую вкус сладковатой свеклы. Цвет тоже больше оранжевого морковного оттенка. Картофель нарезан довольно-таки неплохо. Хорошо у вас поставлена рука, я смотрю, да? Она вкусно готовит. Так я же говорю, вкусно. Не без ума все. Вкусно. Даже она сыта, все без ума. Она вкусно сильно готовит. Борщ аккуратно приготовленный. Он и не постный, и не жирный. Я бы даже сказал, он ближе к диетическому. Борщик мне понравился. Так, тефтельку берем. Знаете, чем пахнет? Пахнет радостью и любовью. Это похвально. Рис. Обычно в тефтелях разваривается. В данном случае он не разварился. Мне недостаточно мяса. Рис чувствуется больше, чем основной продукт, из которого, в принципе, и сделано это блюдо, из-за которого, в принципе, я и плачу. Если вы будете внимательно относиться к пропорциям мяса и дополнительных ингредиентов, это будет вообще высший пилотаж. Мне нравится. Зачет. А хлеб пахнет просто издалека. Вы сами готовите хлеб? Да. Детством запахло.
Мне нравится его воздушность, легкость. Хлеб шикарный. Можно с собой заберу? Можно. Потом съем. Да. Спасибо вам большое. Рассказали нам, Аленочка. Спасибо. Пожалуйста. Что я могу сказать? Знаете, когда я вижу домашний хлеб, приготовленный с любовью, мне сложно делать неудобные вердикты. Но я же профессионал. Хлеб отличный. А все остальное услышите позже. Мы проверили кафе «Колос» в Павлограде. Перед вами ревизорские весы. Белый шар – ваши достижения. Черный шар – это ваши грубые ошибки. Итак, цены. Цены в кафе «Колос» демократичные. Белый шар. Зал. Дизайн устарел. Зал неопрятный. Туалет находится в аварийном состоянии. Это безобразно. Кухня. Все технологические процессы нарушены. Беспробудная грязь. Вытяжка не работает. Оборудование устарело. Его место или на свалке, или в музее. Работать на нем категорически запрещено. Это просто опасно для жизни. Обслуживание. На раздаче мне оказали максимум внимания. Стресс выдержали достойно. Дегустация прошла в теплой, дружественной обстановке. Было приятно. Я чувствовал себя как дома. Вкусно приготовленные блюда с любовью. Презентация домашней кухни – это хорошо. Но то, на каком оборудовании были приготовлены эти блюда и в каких антисанитарных условиях – это просто ужасно. Поэтому белый шар. Я здесь оставить не могу. Эта табличка могла быть вашей. Но ревизор не рекомендует. Кафе «Колос» в Павлограде. Девочки, это награда только самым лучшим, самым достойным. Но вы знаете, вы настолько мне вот понравились, вот запали в душу. Мне было вот как-то искренне приятно видеть вас, ваши глаза. И я вот просто дам вам потрогать. Дам поддержать. Просто я хочу, чтобы у вас была цель, мотивация. Шеф, поддержите. Вы должны стараться больше. И я уверен, у вас все получится.